Больше 10 лет в службе ГАИ. Александр Пестов – инспектор безопасности дорожного движения со стажем, хотя не обошлось без воли случая. Когда пришел устраиваться на работу в органы внутренних дел, предложили должность инспектора в ГАИ. Службу в органы внутренних дел я пришел в сентябре 2003 года. И вот с того времени, так и по настоящее время работаю в этой должности. У меня мечта была с детства быть военным, если честно. Ну, раз так получилось, так получилось. Служба в полиции, в том числе и в ГИБДД, далеко не всегда укладывается в какие-то временные рамки. С 9 до 6 не получается. Работы много, работа разная. От проведения проверок, контроля над службой такси до несения службы на дороге. Когда с раннего утра, когда, как говорится, по графику, потому что по роду деятельности приходится рано утром на предприятие выезжать, где-то технику проверять, где-то проверки проводить. Обслуживаем сейчас 3 района, то есть куда-то приходится и в Нагорский район, и в Хмельницкий выезжать. Проведение проверок организации юридических лиц по соблюдению требований по безопасности дорожного движения. Также контроль за детскими перевозками, ну, школьные перевозки, детей возят. Опасные грузы. Приходится работать и в кабинете, работать с документами, вести прием граждан. Не обходится и без несения службы непосредственно на дороге. Как раз эту сторону Александр Пестов и считает наиболее интересной в своей работе. Мне нравится живое общение с людьми. То есть все равно на дороге люди разные. Как говорится, пообщаешься, где-то для себя что-то новое подчеркнешь, узнаешь. Где-то, может быть, своими словами людям поможешь, ну, может быть, где-нибудь, когда-нибудь в душе они спасибо скажут. Минус профессии – это мы несем службу в разные погодные условия, то есть зимой холодно, летом жарко. К основным качествам, необходимым сотруднику в данной службе, относят моральную устойчивость и терпеливость, а также умение найти индивидуальный подход к человеку. Нередко можно услышать в адрес сотрудников ГИБДД упреки в, мягко скажем, дополнительном заработке. Александр Пестов утверждает, что сейчас ситуация меняется к лучшему. Сейчас уже, во-первых, и отучили, а во-вторых, никто и не предлагает, да и в-третьих, никто не хочет работу потерять, потому что, ну, смысла в этом нет никакого абсолютно. Если бы не служба ГИБДД в этой жизни, то что? Не знаю, нравится мне сельским хозяйством заниматься, огород выращивать. То есть, если так, скорее всего, может быть, что-то бы с этим связал. На работе инспектор, в семейной жизни муж, отец троих детей. На день профессионального праздника с утра у инспектора уже запланировано 3 проверки в Белой Холунице. А дальше, как судьба распорядится. У слободских сотрудников стала традицией отмечать день ГИБДД коллективным выездом на природу.